победу на домашней арене завершился обидным поражением. Как прокомментируете сегодняшний день? Ну, тяжелая игра была. Мы с самого начала не были концентрированы в защите. Пропустили легкие трехочковые. Они на старте повели 12-0. И уже было тяжело нам догонять. И в дальнейшем у них все получалось. И они наращивали преимущество. Мы только собрались, считай, в четвертой четверти. Дали бой, сократили, почти догнали. Но где-то нам не хватило, может, усталость. Мы в итоге проиграли. Но мы показали, что можем отыгрывать, там, сколько мы проигрывали, 20 с чем-то очков. Могли догнать и выиграть. Что у нас есть характер. Ну, будем тренироваться и в дальнейшем будем радовать наших зрителей. Возвращение болельщиков в надежду – это приятный импульс для достижения этого? Конечно, приятный. И мне приятно видеть всех болельщиков. И им приятно меня видеть. И как бы они нас гонят. И я там, если забиваю, зал взрывается. И получается, всю команду гонит. И идем к победе. Нам помогают зрители. Спасибо им большое. Будем стараться их не огорчать в дальнейшем. Спасибо и удачи. Спасибо большое.